Меня зовут Раймонда Буракявичене. Я из Литвы, города Каунаса. Мне 60 лет. В этом году участвовала на конкурсе Golden Time Talents. И три мои работы получили вторые места. И получила как-то приглашение, очень за это благодарю, участвовать в финальном конкурсе фестиваля. Представляю свою работу «Провокация» или «Парадокс эпох», как я ее называю. Искусством заинтересовалась, живописью еще в детстве. С 1976 по 81 год училась в художественной школе, училась графике. Почти 40 лет судьба так сложилась, что к искусству не имела ничего общего. И год назад как-то опять пробудило желание рисовать и заняться именно живописью. Спасибо вам за внимание.